Жуткое событие произошло в селе Тимофеевка Ауликольского района. Там во дворе частного жилого дома родственниками обнаружен и извлечен из колодца труп девочки 2016 года рождения. Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям, ребенок был оставлен без присмотра, в результате чего девочка упала в колодец и утонула. Сейчас проводятся судебно-медицинские экспертизы.